В 37 старая тетя. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Опять-таки, смотря для чего старо. Если именно по плане природы медицины, как бы, да, вот говорят, что 37 это уже старородящее, да, уже вообще после 30 это старородящее. Это не мои слова, не нужно чачки сейчас на меня набрасываться в комментариях, но тем не менее, так гласит медицина. Можете загуглить, прочитать, там все написано. Если, в принципе, для какого-то там, не знаю, там, отношений каких-то, то, в принципе, думаю, и 60 еще не старое. Опять-таки, если она там с ровесником, возможно, даже старше себе кавалерночно, да. В принципе, жизнь у нас одна, да, и насколько человек себя ощущает, настолько он и будет выглядеть в итоге. Ну, я считаю так, да, люди, которые стареют преждевременно, да, мне кажется, они стареют более быстро морально, вот как-то так. Вот, что вы думаете по этому поводу, пишите, конечно же, комментарии. В принципе, чаечка ничего, напишите.